Перед тем стартовала новая акция от Польского Красного Креста и сети магазина КИК. Как получить подарочные карты, сейчас расскажу. Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные новости. И начинаем! Кто сможет получить эту карту? Эту карту смогут получить украинцы, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года. Также эту карту смогут получить и дети, которые находятся в Польше с одним из родителей. Номинал карты 100 злотых. На одного человека одна карта. Совершить покупки вы сможете только в сети супермаркетов КИК. Карта действительно до 31.07.22. Для того, чтобы получить эту помощь, нужен будет ПЕСЕЛ и паспорт гражданина Украины. Для того, чтобы получить эту помощь, нужно обращаться в штаб-квартиры Красного Креста по вашему месту жительства. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить полезную информацию. Пока!